За 2 дня в Новгородском государственном университете подготовят 30 тьюторов, которые станут наставниками учеников губернаторской школы. Интенсивный образовательный курс в рамках проекта «Кадры будущего для регионов» стартует в Гверстянце в субботу. В течение нескольких дней на базе Новгородского государственного университета будут идти занятия по подготовке тьюторов. В них принимают участие студенты вузов, колледжей, техникумов области. Из тех, кто сегодня пришел на занятия, сформируют группу из 30 человек. Они должны раскрыть свои творческие способности и стать одной командой. Тьюторам предстоит сопровождать наиболее талантливых школьников, которые через 3 дня начнут разрабатывать и представлять свои социально значимые проекты, направленные на развитие региона. В качестве зачетной работы претенденты на ответственную должность должны будут представить оригинальные видеорезюме с рассказом о том, чем они будут полезны региону в будущем и как проявляют себя сейчас. Лучшие из них уже послезавтра пойдут с нами на губернаторскую школу, где встретятся с губернатором и с наставниками. Наставники – это великие люди Новгородской области, которые достигли больших успехов. 22 человека таких отобрали. Руководители министерств, ведомств, банков, предприятий, которые будут помогать ребятам и тьюторам реализовывать их идеи, связанные, еще раз говорю, как с их будущим, так и с будущим региона. Список наставников из числа представителей региональных политических и бизнес-элит уже сформирован. Напомним, федеральный проект «Кадры будущего для регионов» реализуется на основе соглашения между областным правительством и агентством стратегических инициатив. Новгородская область в числе 7 отобранных субъектов страны дала старт проекту «Кадры будущего».